Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Тои Киёнага, японский художник, мастер периода расцвета Укиё-э из династии Тори. Родился в 1752 году. О жизни Тори Киёнаги осталось мало сведений. Его настоящее имя Сэки Синсуке. Киёнага родился в городе Урага в семье книготорговца. Учился в Эдо, это Токио, у Тории Киёмицу, после смерти которого стал главой школы Тори. Я пользуюсь Википедией переводной. Продолжение традиции династии Тори Киёнага начинал с жанра театральной гравюры Якуси-э. Однако знаменит он работами в жанре бидзинга. Часто они представляют собой диптихи и триптихи. Сюжетами служили праздничные процессии, прогулки, пикники. Киёнага детально прорабатывал изображение фона, окружающего героев и интерьера. Использовал приемы западного искусства, изображение пространства и света. Тории Киёнаги принадлежит большое количество работ, в основном цветных станковых гравюр, свыше 1000 и около 120 иллюстрированных книг. Выделяются такие серии работ художника, как «Состязание модных красавиц из веселых кварталов», 12 портретов южных красавиц и 10 видов чайных лавок, ну и другие. Его стиль, отличающийся ясностью и простотой рисунка, насыщенным цветом, реалистичностью изображения, оказал влияние на различных мастеров Укиё-э, таких как Утагава Тоикуни, Кацусика Кохокусай, Тюбунсай Эси и Китагава Утамара. Вот так вкратце из переводной Википедии о японском художнике, мастере периода расцвета Укиё-э из династии Тории Киёнага. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.